Сегодня у нас в республике участникам специальной военной операции и членам их семей оказано 22 тысячи различных видов мер социальной поддержки. В том числе это медицинская и социальная реабилитация. Ее прошли 181 военнослужащий и 229 членов их семей. 86 членов семей получили материальную помощь для выезда к месту лечения военнослужащего. 28 семьям оказана материальная помощь в газификации жилого дома. Хочу здесь обратить внимание, что в случае газификации отсутствуют требования по доходам. 1224 семьи на сегодня освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества и многоквартирного дома. Также напоминаю, что есть участники и члены семей участников СВО могут быть освобождены от уплаты земельных налогов и могут быть установлены льготы по налогу на имущество физических лиц. Особое внимание правительство республики уделяет детям, в первую очередь несовершеннолетним детям, участников специальной военной операции. Они освобождаются от платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях. Предоставляются льготы при организации платных услуг муниципальными учреждениями культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта. Во всех общеобразовательных школах для учащихся с 5 по 11 класс организовано бесплатное питание. Предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря детям в возрасте от 6,5 до 18 лет. Также дети участников специальной военной операции имеют могут заключить приоритетные договоры на целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет государственного бюджета республики. Также устанавливаются повышенные стипендии учащимся в высших и средних профессиональных учебных заведениях в период участия родителя в специальной военной операции. Также напомню, что все участники специальной военной операции, члены их семей, могут бесплатно воспользоваться правом на юридическую помощь и оказание психологической поддержки и сопровождения.